Всех наших зрителей приветствую на проекте Гамма Ориона. Сегодня на этом канале произошло целых два феноменальных, просто бомбических события. Первое, это, конечно, то, что спустя столько времени на канале наконец-то выходит ролик. Да, конечно, нам и на стримах с вами бывает весело, но это все же не то. А второе, это то, чего вы ждали еще больше. Ведь этот ролик первый из цикла «Курс начинающего Мирмикипера». Задача этого проекта состоит в том, чтобы показать новичкам, что с содержанием роев это просто, очень интересно и совсем недорого. Итак, сегодня вы узнаете о том, кто такие муравьи, почему искусственное жилище бывает гораздо комфортнее природного, что жнут муравьи-жнецы, что такое муравьиная ферма и почему насекомые этого семейства завоевывают бешеную популярность в настоящее время. Поехали! За последние несколько лет муравьиное хобби из маленького и узко распространенного увлечения превратилось в развивающееся огромными темпами направление в киперском сообществе. До недавнего времени муравьиное киперство не было столь известным в странах СНГ, в то время как на Западе уже давно стало популярным. И по частоте содержания муравьи там находятся на одной ступени с аквариумными рыбками, если не встречаются чаще. Но давайте разберемся, почему же мирмикиперство завоевало такую огромную популярность в странах Запада и с каждым годом становится все более и более известным на постсоветском пространстве. Ну, во-первых, это муравьи совсем не те питомцы, к которым вы привыкли. Это нечто новое, в особенности для старшего поколения. И поэтому муравьи часто вызывают недоверие, непонимание у них. Ведь насекомые совсем не вписываются в привычное понимание питомцев для нашего человека. Итак, какие существуют поводы к тому, чтобы завести муравьев? Наверное, первое и самое главное – это их доступность. Сейчас на рынке доступно более сотни видов муравьев. Они бывают разных размеров, разных цветов, они отличаются поведением, и вы сможете подобрать питомцев на свой вкус и цвет. Также хочется отметить их невысокую цену. За стартовый комплект, в наличии которого начальная колония муравьев с маткой, ну и, конечно, сама муравьиная ферма, которых, к слову, тоже большой спектр видов, вы отдадите от 2500 рублей. При этом вы получаете собственную империю, которая при должном уходе способна просуществовать более 10-15 лет и достичь очень большой численности. К тому же, муравьиную матку, основательницу любой колонии, можно поймать во время брачного лета, и это, к слову, бесплатно, а муравьиную ферму сделать своими руками менее чем за 100 рублей. У нас с Алексеем уже есть ролик на эту тему, советуем посмотреть его по всплывашке. Следующий плюс муравьев – это их простота и неприхотливость. Все, что вам нужно делать для благополучной жизни ваших питомцев – это их достойно кормить и увлажнять муравьиную ферму, ну еще и иногда наводить у них порядок. Основой рациона большинства из доступных видов муравьев являются сахаристые выделения тлей и растений, что в домашних условиях прекрасно заменяет сахарный сироп, который просто приготовить и давать вашей колонии раз в 2 дня. Также любой муравьиной колонии необходим белок, и не в виде креветок или яичного белка. Все эти заменители медленно вашу колонию изведут, поэтому нужно быть морально готовым к тому, что придется скармливать вашим питомцам живых насекомых. Здесь также существуют свои аспекты, о которых мы расскажем в отдельном ролике. Также нельзя не упомянуть об автономности вашей колонии. Если вам нужно отлучиться из дома, скажем, в командировку или на отдых, муравьи спокойно смогут прожить без вашего присмотра по крайней мере неделю. Все, что вам нужно сделать перед отъездом, это хорошенько накормить вашу колонию и установить поилку. Муравьи спокойно просуществуют без вас какое-то время. Ну и конечно, говоря про автономность, нужно сказать о муравьях-жнецах или мессорах, о которых вы должны были слышать, если уже интересовались мирмикиперством. Этим муравьям не требуются сахарные сиропы, углеводы они получают из семян, а белка в рационе им требуется в разы меньше, чем другим видам. Если вы приобретаете муравьев этого рода и будете держать вашу колонию мессор в проверочном инкубаторе, где поддерживается постоянная влажность, насыпите туда достаточное количество семян, то такая колония может просуществовать в одиночестве целый месяц, а то и больше. Также упомяну о том, что существуют зимующие виды, которые должны проводить несколько месяцев в пассивном состоянии в холодильнике или на балконе.
и тоже без вашего вмешательства. Зимующие виды не рекомендуется содержать новичкам ввиду сложности проведения зимовки, но тем не менее, это плюс к автономности для более опытных киперов. Но видео сейчас не об этом, о зимовке мы расскажем в другой раз. Пожалуй, нужно сказать о том, что содержание муравьев, как и, собственно, любых других питомцев, помогает становиться нам более ответственными. Так что, если вы хотите развить это качество у себя или вашего ребенка, муравьи то, что вам нужно. Виды из перечня для новичков прощают многие ошибки, и их не так-то просто загубить. И даже если вам это все-таки удастся, смерть муравьев не так печальна, как смерть, скажем, птичек, ну или рыбок. Еще отмечу, что муравьев не нужно водить к ветеринару. В редких случаях им, конечно, требуется лечение, например, с помощью клеща гипоасписа, но обойдется оно в десятки раз дешевле лечения собаки или кошки, если вообще не бесплатно. По содержанию муравьев в настоящее время есть куча информации на просторах русскоязычного интернета, так что вы обязательно найдете пособие по уходу за интересующими вас видами. Ну и последнее, за деятельностью муравьев и развитием вашей колонии очень интересно наблюдать. Итак, почему муравьи заслуживают нашего внимания, мы уяснили. Теперь пришло время разобраться с жильем для муравьев, в чем их, собственно, содержать. Все виды муравьиных ферм, как фирменных, так и самодельных, пожалуй, можно разделить на 4 основных типа. Первый – это самый простой и доступный в первую очередь для самостоятельного изготовления. Тип этого формикария – пробирочный. Он сойдет для большинства доступных мирмикиперам видов, за исключением, пожалуй, группы муравьев-ткачей и большей части подсемейства панерин. Конструкция этой муравьиной фермы проста до невозможности. Это пробирочные инкубаторы, каким-либо образом соединенные с ареной фермы. Два самых главных плюса этого формикария – это его автономность, как упоминалось ранее, инкубаторы способны долгое время поддерживать нужный уровень влажности, а второе – это возможность сменять пробирки на чистые по мере их загрязнения муравьями. Второй тип муравьиных ферм – акриловые. Эти фермы чаще всего можно встретить в продаже, в особенности в крупных фирмах. Формикарии такого типа выглядят наиболее презентабельно и вполне подойдут для содержания муравьев в офисе, так как являются хорошим элементом декора. Третий – это деревянные фермы. Они подойдут небольшому спектру видов. В формикарии такого типа смогут существовать муравьи, специализирующиеся на проживании в древесине и не сильно зависящие от уровня влажности. Муравьи эти не слишком просты в содержании, поэтому поговорим об этом в следующих роликах. И последний, четвертый тип – гипсовые фермы. Среди них наиболее распространенные самоделки самых различных видов. Этот тип фермы подходит гораздо большему числу видов по сравнению со всеми вышеперечисленными вариантами муравьиных ферм. Гипсовые формикарии имеют массу достоинств и обязательно должны были быть упомянутыми в этом ролике. Есть и другие типы муравьиных ферм, например, итонговые, ну или гелевые, которые опытные мирмикиперы ни в коем случае не рекомендуют использовать. Также существует много подтипов и гибридов формикариев, рассмотренных сегодня. Тема выбора фермы очень большая и обширная, поэтому заслуживает отдельного ролика нашего курса. И что бы сейчас ни говорили защитники живой природы, типа держать животных в клетках нельзя и т.п. При должном уходе муравьиная ферма является идеальным жильем для муравьев, в котором они избавлены от всех своих естественных врагов и паразитов, и выживаемость в стенках формикария в сотни раз выше, чем в природе. Следующий вопрос мы тоже затронем в этом ролике кратенько и более подробно рассмотрим в будущем, так как размышлений и выводов, так и мнений в этой теме тоже предостаточно. И вопрос этот посвящен, конечно, тому, какой вид выбрать новичку в качестве своего первого. Ну, классическим ответом на этот вопрос являются упомянутые ранее муравьи-жнецы, а именно род Мессер. Особенно в нем хотелось бы выделить два вида. Это наши отечественные степные муравьи-жнецы или Messer miticus. В литературе, следуя прежней классификации, их называют Messer structor, хотя это неверно, и на деле структорами является другой вид муравьев, который обитает в Австрии.
Да, и второй вид мессоров, который хотелось бы выделить, это мессор Барбарус. Эти муравьи имеют красную голову, а их солдаты немного крупнее. Но второй вид на несколько порядков дороже первого. Если за митикусов вам придется отдать от 200 до 500 рублей, то за Барбарусов 1300 и более. Ну, если позволяет бюджет, почему бы и не заиметь более красивых мурашей, правда? Несмотря на то, что следующие муравьи уступают по размерам жнецам, но сейчас обгоняют их по популярности. Это два простых в содержании вида Тетраморium caespitum и Тетраморium ferox. Отличаются друг от друга они только размером, ферроксы чуть меньше. Если муравьи-жнецы обитают только в южных странах СНГ и на югах России, то тетрамориумы встречаются почти повсеместно. Цена за начальную колонию тетров колеблется в пределах от 50 до 300 рублей, но можно поймать самому. Третья группа муравьев, которую хотелось бы посоветовать новичкам, это тропические представители рода Компонотус, Компонотус никобаренс и Компонотус париус. Эти виды называют реактивными муравьями. В среднем цена за начальную колонию на них составляет от 600 до 1500 рублей. К сожалению, сейчас в условиях пандемии на рынке дефицит этих видов. Все потому, что идут они с Восточного Китая. И напоследок могу порекомендовать черных садовых муравьев Лазиус нигер. Муравьи эти встречаются абсолютно везде, и достать их проще иных, хотя уступают перечисленным ранее в разнообразии поведения. Они более спокойные и менее активные. Итак, друзья, в этом ролике мы рассмотрели основные аспекты содержания муравьев, но это лишь 20-я часть от того, что нужно знать прежде, чем стать настоящим мирмекипером. В ближайшем будущем нам предстоит узнать о других интересностях таких насекомых, как муравьи. Поэтому прямо сейчас подпишись на этот канал, переходи по ссылке в описании и вступай в наши с Ильей группы. В них расписание выхода роликов, стримов, полезной информации и много всего интересного. И до встречи!